Приветствую всех, с вами снова Лев. Так как сейчас живем в районе Металлург, города Ижевска, мои передвижения по городу на машине, они как по новым местам происходят. И так вот время от времени что-то новенькое, да и заметишь. Вот у нас, например, в Металлурге появился новый сквер. Сейчас я вам покажу. Значит, для ориентира это микрорайон Новый Город. Вот этот перекресток, где мы его можем видеть. И прямо напротив здесь появился новый сквер. Очень аккуратный, очень опрятный, ухоженный. Видите, все брусчаточкой сделано. Элементы звезд присутствуют. И вот здесь еще вот такая вот есть композиция. Скамеечки. Посадили сосны. Газончик тут будет. В общем, сделано все достаточно культурно. Я, честно говоря, вот несколько раз тут ездил, я даже и не замечал, когда это все было сделано. Кто знает, когда это делали, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень приятно, очень радостно видеть, что Ижевск, он становится все более и более опрятный. И вот за последние, наверное, десятилетия Ижевск у нас преобразился как город. То есть он действительно стал очень комфортным, очень таким красивым, интересным. Видно, что в управлении города задействованы люди, которые, ну, скажем так, являются патриотами Ижевска. Они сами тут живут и стараются что-то делать. Вот, в общем-то, у меня такое впечатление создается. Видите, тут вот детская площадка, конструкция, которая тенек создает. Можно посидеть в тени. Все это летом преобразится дополнительно. Сейчас в конце апреля еще зелени, травки тут особо нет. Но вижу, что высадили достаточно много новых деревьев. Когда все это приживется, распустится, здесь, конечно, будет еще более комфортно. Покрытие специально для детей, чтобы, если вдруг упадут, меньше это вызывало проблем, так сказать. Качельки всевозможные. Собственно, весь инфоповод – это показать это место. Я просто ехал мимо и решил его заснять. Ну, здесь, наверное, немножко еще стоит обратить внимание тем, кто это делал. Все-таки здесь земля, нужно что-то рядом с этой конструкцией сделать, чтобы грязи не было. Такое вот небольшое видео, спонтанно решил заехать, снять. Да как заехать, я просто мимо ехал, смотрю, интересное место, я его еще как-то не заприметил до этого. Ну, надо бы отметиться и в качестве видео на своем канале. Ну, кому понравилось, там что-то новое для себя открыли, ставьте палец вверх. Вот. Ну, а с вами был Лев из Удмуртии, всего вам доброго.